Так что теперь, хотим мы этого или нет, а искусственный интеллект, обрабатывающий огромные массивы наших персональных данных, останется навсегда важнейшим элементом общественной безопасности. А значит, мы даже вплотную приближаемся к персональному социальному рейтингу. Накопил штрафов за скорость, бросил мусор на улице, пришел на несогласованную акцию, утаил налоги, вырастет процент по кредиту. Это например. И наоборот. Участвуешь в волонтерском движении, занимаешься благотворительностью, рейтинг можно и подправить. Как будет выглядеть дивный новый мир, о котором мечтает элита, можно увидеть на примере Китая. Это настоящее рабство. Все оцифрованные находятся под неусыпным контролем. Человеческая жизнь там ничего не стоит. Хотите, чтобы это пришло к вам? Если мы оставим все как есть, если будем сидеть и молчать, то дождемся такой жизни.